Всем привет, ребята, с вами Геймич, и сегодня мы будем продолжать проходить совместную, не совместную, одиночную игрушку под названием Portal 2. Вот в видео у нас уже была менюшка, да, я что решил с менюшки начать. У нас поменялась заставочка на менюшке. То есть у нас изначально была одна, теперь другая. Так еще и, как ты видишь, загрузка теперь в подвале, ну как бы мы и закончили в подвале. Вот он я, вот он мы. А чё звука нет? А я не понял. Так, непорядок. Итак, ребятушки, я всё-таки исправил эту громкость, вроде как, с звуком. Ну-ка. Да, всё окей. Все, окей, я слышу. Так, смотри, мы на 9-й карте. Еще надо пройти до 4-й, по идее. Получается, да. Так, я видел... У меня вот там вот портальчик стоит. Надо как-то выйти. Надо как-то выйти. Не знаю, как. Ага. Допустим, давай сюда. Так, сюда мы пришли, да? Мне надо туда. Выход там. Выход там, посылка там, что-то... Ага. Значит, синяя хрень прыгучая. Прыгучая синяя хрень... А что это? Это кнопка. Окей. Так, проверка записи. Проверка записи, запись нужна. Так, вроде идет. А то я этого не переживу. А кнопка что? А кнопка открывает дверь. А как мне ящик выбить? Оттуда ящик, я тебе отвечаю. Оттуда ящик, стопудовый ящик. Только где? Где и как? Где и как этот ящик можно добыть? Можно как-то... Так, стоп, вот это зачем? Вот это зачем и вот это зачем? С чем это связано? А ну-ка. Не понимаю. Не особо сильно понимаю. Чтоб я понимал, но я не понимал. И типа чё? И типа как? А как я, бля? А! Да ладно. И как дальше? Это типа намёк? Чтоб я допрыгнул до туда, да? И там ящик. О, кнопка, да, чекай, кнопка. Блять, я упал. Да, потолок теперь что пустой. Но я не долечу, да? Ладно, пошли еще по одному кругу. Еще один кружочек сделаем. Вот так, опа, полетели. Опа, долетели. Так, где там ящик мой? Отлично, я какой... Куда? Вот это он попрыгунчик, вот это я попрыгунчик. Вот это все мы летаем. У нас крылышки появились. Мы теперь летаем. Блять. Нет, только ящик умеет летать. Значит, поставили. Ну и теперь спокойно проходим. Правильно понимаю? Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Да. Хорош, хорош. Так что... Next test. Next test там. Но он оборван, значит нам налево. В принципе... А, ну да. В принципе, да. Куда же без этого? Намек, что я должен полететь отсюда. Или там кто-то есть. А ну скажи ку-ку. Ку-ку. Блядь, ну никого нету. Ну так неинтересно. Так неинтересно. Ну давай сюда. Чего бы нет, давай сюда. Я херово, конечно, вижу... В этой темени. Но я вижу, что там что-то голубое есть. А, это вода. Ладно. Вода. Просто вода, вы серьезно? А, это радио. Громко говорит. Тихо, сейчас упал бы. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоль экспериментальные гены и молекулы РНК. Меня это не сильно. Пока у вас нет опухолей, не переживайте. Если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились.
Ага, понял. Так, мне, пожалуйста, можно поспокойнее? Я хочу по прямой пройти просто. Там что-то едет. Оп. Так, я путь. Я не долетел. Я точнее долетел, но плохо долетел. Так, тихо. Падай, бля. Не туда. Ладно, еще один заходик. Еще один заходик надо сделать. Давай, быстрее. Давай. И опа. Отлично. Так, стоять. Кубик забрали. И зачем мне кубик нужен? Ага, давай вот туда. Давай. По-быстренькому вот так вот. Опа, все. А куда ведет? А куда? А зачем? А как? Туда. Все понятно. Все с вами понятно. Значит, смотри, мы теперь залетаем вот туда вот. Правильно. И теперь вот так. Оп. Чёренько, вообще чёренько. Сюда же кубик нельзя. Типа сюда кубика. Ага. Так, а ну-ка еще раз запись чекаем. Так, ну смотри, запись идет, это хорошо. Это... По идее, как я понял, раз я распрыгиваю, то мне надо прыгать, да? Я вот держу пробел, я прыгаю. Отлично, так, а теперь куб. А куб можно назад, получается, вот так. Отлично, ну как-то легкий, да? Ага, а теперь как? А теперь вот так. Нехило придумали. Опа! Долет! Хорошо. Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. Так он на кожу попадает, он не на скелет попадает. Или хотите сказать, что он разъедает скелет? Ну, чтобы разъел скелет, надо, чтобы оно же разъело, получается, кожу. А кожу оно не разъест, так как ему не нравится скелет, а не кожа. Блин, ну тут все логично. Так что ничего страшного. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Блять. Отлично, хороший калькулятор. Я рад за тебя. Ну, с высоты я не умираю. Это мы уже проверили. Но у меня один минус, я не знаю, как мне куда деться. Как, куда и зачем мне подеваться. Наверх как-то попасть. Ну да, там выход, вот пишет, ты видишь, да? А к выходу как-то надо пробраться, значит, мне надо как-то наверх... Вверх. Ага, там прыгучая смесь, значит, мне вот туда вот надо. Здрасте. Всем привет, кого не видел. Всем пока, кого не слышал, и чё? Тут есть кнопка какая-то или чё? Я ничего не вижу, блядь. Чё так темно? Ага. Ну да, тут есть кнопка. Мне нравится твой стиль, ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Щитоводы сказали, что я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Ага. Да, Пузин, давай сюда. И что это мне дает? Ну это выход. Это выход. Я правильно понял, это выход. Но куда мне деть остальное? А, бля. Оно сыпет и сыпет. Да, оно бесконечно будет сыпать. Так, допустим. Чё, куда еще? Давай вот сюда. Давай вот сюда вот так. Вот так еще. Еще одну дай. Хорошо. Я пока полетел. Так. И долет. Хорошо. И долет. Хорошо. А теперь как? А теперь вот так. Как я правильно понял. Ага.
все отлично. Теперь смотри, опа, раз, прыжок, два, прыжок, раз, прыжочка пошла, и три. Бля, не хочу. Ну ладно. Пришлось умереть, пришлось умереть. А, блядь, это сейчас все сначала. А, нет, хорошо. Не все сначала. Недалеко сначала. Мне, конечно, может быть, надо отсюда будет прыгать. Надеюсь, нет. Еще. 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 Еще один дай. Вот отлично. Куда отлично? Куда он делся? А куда? А тут, оттуда он куда делся? А, бля, серьезно, обрешет? Так пойдет? Так пойдет. Бля, словил. Давайте. Вот так. Вот так. А, не вижу смысла. Не вижу смысла. В чем прикол? Объясни, пожалуйста. Так, спокойно. А там? А что там? А, туда же я пришел. Окей. А, тихо, тихо, тихо. Понял, 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 понял. Я. Все. Не понял. Ладно, еще раз. Я смотрю, мы отсюда прыгаем. Делаем раз, прыжечку. Опа! И, бля, ну сюда ж не надо было. Ну нахера ты куда пошел? Так, дай спуститься. Опусти меня. Вот так. Теперь с высокой высоты прыгаем, вот так делаем. И вот так. Опа, и полетели, 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 блядь, я в ритм попал. Покрытие вертикали. И, блядь, я в ритм попал. Вот это меня удивило, вот это меня рассмешило. Бывает, бывает такое. Повезло так повезло. Апертюри. Апертюри. Сиенс Инновейтор. На фритюре Инновейтор. Пошли дальше. О, опять. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, рыба! Блядь, нет. Но не если рыба. Он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. И чё? Значит, мне надо что-то сделать, да? А, мое предложение это вот сюда. Дальше, мое предложение это вот сюда. Надо на кнопку нажать. Нажал. И чё? Оно временно? Да, оно временно, окей. Окей, оно временно, я понял. Так, а теперь сюда. На меня попало. Вот а что это такое? Вот зачем оно надо? Вот это, вот оно мне не надо. Я тебя уверяю, оно мне не надо. А это должен пролетать, нет? Может тут надо пройти? Хорошо, давай, давай раз прыжечку делать. Может поможет. Вот так. Еще. Еще. А я не долечу, да? Как ни крути. Да, я не долетаю, как ни крути, алло. Можно, конечно, поближе к кнопке. А где я? Ага. Так, еще разок. Блять, ну, я, конечно, буду пытаться поближе к кнопке, чтобы нажать ее. Ну, а там хрен знает, что будет. Хорошо, так, я, по идее, нажимаю. Да, я нажал на кнопку. И что дальше? Что мне дают? А, блядь, кнопку нажать надо. О, понял. Давай, 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 хорошо. Все, серьезно, так легко было. Оно засрет теперь, да, все?
Я хочу проверить, погоди, я хочу проверить. Да, ночь сюда срок, окей, понял. Я им говорю, подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Ну, ничего страшного, в принципе. А чё он так странно? Мне интересует, что я должен сделать сейчас, по идее. Я не особо шарю, что я должен сделать. Хотя я шарю, что я должен сделать. Так, стоп. Не то сделал, но ладно. Так, смотри, теперь вот сюда. Оп, оп. И мы дошли. А дальше, наверное, надо вот так что-то словить. И чё? Куда? Сюда? Давай сюда. Не вижу, блядь, не вижу. Ни хрена не вижу. Куда мне? Ага, вижу. И что мне дает? Что мне дает? Вот что мне это дает? Вот мне точно туда надо? Ага. Вот это пузырь! Ебать, клюкнул. Вот это пузырь! Опа. Ага. Так, ну это надо сюда, да? Бля, а как я вам... А как я по-вашему туда долечу-то? Блять, это что-то чем-то, я не понимаю, как это сделать. Тут вода. Значит, мне надо прямо, потом тут... Смотри, мне надо сюда. Нельзя никак сигнал подать, нет. Короче, смотри, мне вода, надо вот сюда вот. Потом вот туда. Потом туда, туда и куда? Туда, туда, сюда и куда? Где выход? Ладно, давай попрыгаем, посмотрим, где выход. Допустим, я долетел. И да, я долетел, и что дальше? Блять, я долетел, и что дальше? Я не понимаю, объясните. Ага, понял, так. Вот так. Вот так. И чё? И ничего. Мне кажется, опять тут подвох какой-то, ну, блядь, вообще. Вот вообще, такой, блядь, мизерный подвох, что пиздец. Можно туда? О, так можно туда, погоди. Серьезно, можно вернуться. Типа, если я оплошал, то можно вернуться. Итак. Надо понять сначала, что... Ага, мне туда надо залететь. А как я туда залечу, по-вашему? Ух, ёбаный свет, это что такое? Это я должен разогнаться так? Это серьезно? Это невозможно. Слишком много это, да? Бляха. Это трудно. Самый трудный уровень, как по мне. Так. А можно получше забраться? Нет, нельзя. Вот вообще капец получше. Здрасте. Я понял, это вот. А вот тут, вот тут ты должен зацепить стену, ты должен просто, я тебе отвечаю, блядь. Чуть-чуть летел. Вот зацепи стенку, зацепи, давай. Хорош! Хорош, еще одну. Хорош! Еще. Еще чуть-чуть. Еще вот тут. Давай. Блядь, ну, нормально, ладно, пойдет. Пойдет. Что-то не пошло по плану. Что-то по плану не пошло. Запрыгивай. Блядь, куда? Не туда. Зачем туда? Надеюсь, она не стерла там ничего. А то обсирать все по новой как-то, ну, неохота. Вообще неохота. Я не хочу этого делать. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Вот так говорю, блядь. Так, ну там засрано. Там, по идее, я долетаю туда. А куда?
Куда она делась? Летела, 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 пропала. Давай поближе. Так, ну там, я понимаю, сверху вот тут вот не надо вообще уже больше ничего сделать. Вообще ничего не надо. А, что еще я могу сделать? Ну тут, допустим, подкинули. Потом сюда подкинули. И чё? И чё мне дает? Чё мне дает? Мне ничего не дает. Вот сейчас еще один пузырь вылетел, правильно, правильно. Допустим, вот сюда вот. В самый край. Хорошо. Там, самый край. Хорошо. Посерединке. Ну. В высоту. А, в низину. Нет? Ну ладно. Значит, если я прыгну отсюда и прыгну оттуда, что мне это дает? Я не понимаю все-таки. Забудем. Забудем про это все. Забудем. Просто, блядь, забудем. Этот парень был одним из тех, кто просто любит жить. О, вернули. Спасибо. А мне выше, да? Мне получается надо выше. А что, выше надо вот так? Если вы это слышали, значит слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Страха нет. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые, не умеющие распознавать опасность, пока она их не укусит за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не перебывают в океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Мне этот куб не нравится, я его хочу покрасить в черный цвет. Вернись, блядь. Э, куб, вернись! Все хорошо. Куда? Я ж тебя не отпускал. Я тебя не выпускал гулять. Конечно, херак он расхерачил тут все. А... Но это лифт. И че? Ну это лифт, и че? Я должен добраться до лифта, правильно? Чтобы добраться до лифта, мне надо вот так. Оп, хорошо. То есть, я добрался до лифта. Правильно? Правильно. Теперь вот сюда вот делаем. И вот сюда куда-то, да? Вот, хорошо. Ну, как-то быстро вообще. Почему наши исследования так опасны? Почему не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не завести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет, я не уволен, блядь, я работаю. Ты чё? Ты ставишь, надо мной эксперименты, сука. Я работаю, как бы. Я подопытный кролик, так что... Во-первых, плати мне, бляха. А во-вторых, давай отпуск, выходные, праздничные. И всего хорошего. Поздравляю. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Мы не собираемся выпускать сырой продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Я хочу туда. До свидания, Каролайн. Погодите. Дайте пройти туда. Что это такое? Портрет мужика. Кейв Джонсон. Сейв Джонсон. Сохранить Джонсон. Сохранить Джонсона. Помоги сохранить Джонсона, да? Куда? Как? Зачем? Ага. Отлично. Здравствуйте. Мне кажется, там опять будет подвох какой-то. Там сейчас какой-то подвох будет, бля. Это очевидно. А нет, никакого подвоха. Да, конечно, никакого подвоха нету, конечно. На. Тебе две трубы, желтые и красные. Что это было?
Мне показалось, или тут кто-то, или что-то было? Картошка вернулась, что ли? А, это стук был, наверное. Так, здрасте. А что мне с вами сделать? Что мне с вами сделать надо? А, во-первых, вот сюда. Во-вторых, закрыт. А, тут закрыт. Тут закрыт. Везде все закрыто. Значит, мне надо сюда синюю. Синюю надо. И что мне это даст? Что мне это даст? Вот что мне это даст? Как мне включить? Включить! Мне надо включить, правильно я понимаю? Мне надо включить. Блядь, куда я попал? И зачем? И зачем я сюда попал? Так мне наверх надо или вниз надо? Куда мне надо? А, мне туда надо! А как туда попасть? А как мне туда попасть? Большой-большой секрет. И вообще ничего не видно. Чё за бред? Чё за бред? Чё с игрой? Чё как? Чё зачем? Чё по времени? По времени ещё есть время. Ага. Понято. Почти понято. Почти понято, так, значит, смотри, сначала мы туда летим. Правильно, правильно. Блядь. Ебать, как это, блядь, как это вышло? Я ж не хотел так делать. Тихо, 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 вот так, спокойно. Вот так, спокойно. Вот так, спокойно. А, теперь смотри, вот так. Отлично. Вот так. Вообще заебумба. Ну, я ожидал, что здесь что-то будет. Ну, конечно. Теперь оно будет работать. Только я не знаю, зачем. Если выход вот. Так, погоди. А зачем оно мне надо, если выход там? Реально, а зачем оно мне надо, если там выход? Блин, ну, что я могу тебе сказать? Во-первых, давай-ка вот так сделаем. Мне интересно посмотреть, что с этой дверью. Она открылась, нет? Ладно, меня туда не пускают. Пускай меня не пускают. Я обойду. Я оттуда пришел. Мне надо туда, да? Хорошо, понял, принял. Обработал. В этом большое здание. Далеко идти. Как далеко мне идти еще? Очень далеко. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1960 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате. Хотя, погоди, я же его назвал первый раз Киевом. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. А, я это должен поднять. Черная неза, чтобы ей пусто было. Сэр? Испытания? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Получите ответить вопрос на вопрос. Кто хочет заработать 60 тут директор, наверное, был. Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Сейф! Сейф! Добро пожаловать в лабораторию. Еще сейф! Везде сейф! Самый лучший, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Есть намек, конечно. Ага, туда нельзя. Значит, сюда можно. Тут перевернутые стулья, ля. Уля-ля. Перевернутые стулья. Можно что-то взять? Ну, дайте хоть что-то потрогать, алло. Ну, да, хоть что-то потрогать. Я ж хочу потрогать. Ну, дай потрогать. Нечего больше. Апертюрити. Апертюре. На фритюре. Так, значит, ну мне тут надо, в принципе, тут понятно, тут очевидно. Тут палет. Палет, палет! Полетели. Блять, не долетели. Что-то неправильно пошло. Что-то пошло не по плану. А вниз падать я не хочу.
Да, я не хочу вниз падать. Я, скорее всего, вернусь тогда. А нахера? Так, а нахера? Погоди, мне вот это теперь интересно, блядь. Потому что не надо. Ну, конечно, я же не долетаю. Зачем мне? Зачем ты летишь вообще туда? Так, давай пониже. Давай вообще вот туда вот сделаем. Вот так. А, вот так, наверное, поинтереснее. Хотя я бы так сильно, блядь, не сказал. Потому что я упал. Скорее всего, мне надо вот сюда. Правильно? Мне что, сюда надо? Ну, блядь, ну я тебе отвечаю, мне вот сюда надо как-то попасть. Не знаю как, но мне надо туда попасть. Ну, у меня такая чуйка, блядь. Ну, раз туда нельзя, значит туда, вот туда надо. Куда? Верни портал. Это второй этаж. Слушай, ты хорошо умеешь убивать. Ты не можешь убить эту птицу для меня. Ой. А, нашел. Нашел, погоди, погоди. Погоди, нашел. Прости меня. Просто убей ее, и мы с тобой будем расчете без обид. Спасибо. Я ее не убью. Имею, картошка, я тебя, блядь, нашел. Какая оптимистичная история. Пиздец. Пиздец. Вот так. Вот так. Опа, блядь, куда? Далеко. Далеко летел. Далеко. Далеко прилетел. Выпустишь меня? Серьезно? Я же хотел сначала портал поставить. Блядь, давай быстрее. Давай быстрее. Как пропустить? Давай речь пропускаем уже. Я понял. Мне надо спешить. Да. Конечно. Вот, кнопку забрали. Хорошо, пошли. Так, теперь смотри. А теперь вот сюда. Теперь вот сюда, вот так. Вот так вот, отлично. Отлично, теперь вот так, и вот так. И прыжок пошел, мы долетаем. Хорошо. Ля, а картошку можно было пронести? Серьезно? Через этот портал? А, ну что? А, ну да, картофельная пожарится раньше, чем у нас что-то появится, я понял. Значит, ты предлагаешь мне тебя пожарить, чтобы... Воссоединение. За испытание перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите 60 баксов. Карлайн, подарочные сертификаты готовы? Че, уже сдохла, блядь, батарейка твоя. А, мне это не надо. Мне надо вот сюда. Еще. Хорошо, так, это я понял. Это в принципе я понял, как это работает. Да, мы вот залетели. Значит, надо еще и вот сюда. А, сюда. А на кнопку как нажать? Блять, а на кнопку как нажать? Ладно, давай попробуем так пройти. Давай попробуем так пройти, потому что я без понятия, как на кнопку будет нажать. А тут я... Да, конечно, я размечтался. Так, надо думать теперь, как на кнопку нажать. Бля, что-то легко.
чуть легко. Я тебе отвечаю, чуть легко. Так, голубой портал, да, надо? Голубой, 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 голубой. Хорошо. А что, не достану? Так, сейчас еще раз. Раз. Вот так, красненький. Хорошо. А, поменяли, теперь полетели. Долетели. А, теперь надо порталы забрать куб. Хорошо, так добрали куб. Отлично, зашибумба, играем. Тащим, выносим всех и вся. Выносим сюда. Куда? Сюда. Правильно. Так, стоять. Теперь, раз, два и три. Готово. Готово, просто готово. Так, побыстрее на красненькой жидкости. А теперь вопрос на засыпку, как мне туда попасть. Как попасть туда? Туда никак. Или как? Погоди. Можно же попасть, правильно? Или нельзя все-таки? Чувствую подвох. Чувствую подвох. Чувствую большой и сильный подвох. Картошка, помоги. Картошка, подскажи. Погоди, а что это ты? А, блядь, оно... Ой. Давай сначала поставим здесь портальчик, чтобы куб вернуть, если что. Потому что я чувствую, что мне надо куб будет вернуть. А здесь надо прыгнуть. А прыгнуть некуда. Ебать. А, есть куда, погоди. Вот туда. А как туда? А как мне туда попасть? Как мне попасть туда, так, чтобы я попал туда? Или... Ну, блядь. Ну, окей. Окей, так, аккуратненько где-то с краешку, да, правильно? Как можно больше разгончик будет. И полетели. Опа. Здорово. Все открыто. Спокойно, спокойно. Спокойно, 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 спокойно. Надо лететь и прыгать, надо лететь и прыгать, надо лететь и прыгать. Я понял. Значит, отсюда вот сюда? Нет? Блять. Ну ладно, ничего страшного, сейчас воскреснем, это же нереальная жизнь, блять. Ну в реальной жизни, конечно, ты так не прыгнешь. Ты будешь аккуратнее, намного аккуратнее. Так, ну тут я понял, надо желтый. Тут надо желтый, чтобы разогнаться. Но мне ж надо еще и прыгнуть, правильно? Мне надо еще как-то и прыгнуть. А прыгнуть это вот так. Прыгнуть это вот так вот и вот так вот нажимаем. И все готово. И можно становиться на старт. И полетели! Опа! Опа! А что это дает? Кажется, мне что-то это дало, но... Кажется... Ага, нет, не понял. Не сильно понял, не сильно понял. Я должен как-то вылететь, правильно? Вот так. Вот так нормально. Вот так нормально будет, а... Ага. То есть и теперь надо как-то вот так. Отлично. Смотри, тут все связано. Тут, блядь, реально все связано. Окей, это красный был, окей. Красный, хорошо, полетели. Опа! Опа! Красиво вообще, красавчик, я красавчик. Так, картошка, видать, заряжается, когда я прохожу через этот портал. Вот смотри, она сейчас забазарит. Эта штука называется цифр, а не туалет. Ну я ж не сру в него и несу, как бы, ну... Клянусь, я его знаю. Кого из? Кого из ты знаешь? О, новая загрузка, смотри, новая загрузка, это прикольно. Это прикольно, новая загрузка. Так, кстати, время записи вроде вышло. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. Так что на этом, я думаю, давай закончим, чтобы в следующей части быть как новенький, правильно? Типа, мы воссоединились с картошкой.
мы красавчики, мы теперь проходим все по-быстрому. В начале, да, затупил я. А дальше все чики-пуки проходили. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.